Жарко. Привет. Всем привет. Мы сегодня едем в Москву. Точно? Да, на автобус. На каком? На автобус. Вон он, автобус. Все, идем садиться. Все, Жорка в автобусе. Да, вот такой автобус с красивыми подушечками. Минуточку зайдем в метро. Ну что, жалко, прибыли, да? Да, там вот метро. Привет. Что делаешь? Мы в московском метро. Изучаешь карту? Да. А ну покажи. Ясненько, покрупнее. Мы сейчас отправились в Лубянку. Едем на охотничьи ряд. Вон Жорка с Валькой купаются в фонтане. Сегодня жарко, поэтому охлаждается. Валька экскурсию проводит нам. Вон большой театр. Вон фонтанчик какой тоже прикольный. Так, Валька нас привел в самый центр. Вот это называется нулевой километр. Здесь становятся в центр, бросают монетку. И вообще отсюда идет отсчет километража. Ну, попрыгай там. Все, пойдем. Что внизу? Там. Понял. А кто-то лежит за тобой? Это русалочка. Кто-кто еще раз? Русалочка. А вот мы дошли до Красной площади. А вот и Жорка вылез. Жорка, прикольный катерочек. Жорка. Ну и понятно. Жорик на самокате. Валик, это по какой улице мы? Никольская. По Никольской, да. Вот Жорка катается. Аккуратнее, аккуратнее. Жорка катается. А мы тут с Валиком и с Нориком решили, да, попивку чуть-чуть. И всем желаем, да, нашим? Или всем нашим желаем. Всем нашим.